Всем привет, меня зовут Олег Димитров, и этот автотренинг сделан для того, чтобы вы могли восстановить ваше зрение, чтобы вы могли восстановить силы вашего зрения, чтобы вы могли видеть более четко и ясно, чтобы если у вас устали глаза, вы могли их привести в порядок буквально за 20-30 минут. Это не лечение, это просто восстановление сил. Этот автотренинг подойдет тем, у кого глаза устали, у кого глаза раньше работали хорошо, у кого глаза раньше, имеется в виду в тот период времени, когда у вас не было напряженной работы, ну, например, когда вы отдыхали. И этот автотренинг поможет восстановить силы в ваших глазах и использовать максимум возможностей из тех, которые у вас есть. Теперь для того, чтобы нам продолжить, нам нужно погрузиться в глубокое расслабленное состояние, для того, чтобы наш сознательный разум ушел на периферию, чтобы он нам не мешал, а наше бессознательное вышло на передний план, и мы смогли, используя внушение, расслабить глаза, сделать их более активными и произвести некоторые другие положительные внушения, которые скажутся на остроте вашего зрения. А теперь я перехожу на «ты», для того, чтобы ты осознавал, что я разговариваю и сижу рядом, чтобы ты понимал, что мой голос обращен именно к тебе. Сейчас прошу тебя сесть удобно. Сядь удобно так, чтобы мышцы были по максимуму расслаблены, чтобы они не поддерживали тело, чтобы не нужно было напрягаться, держать свою шею, например. Сядь удобно. Теперь сделай приятный глубокий вдох. И выдохни, закрой глаза. Закрой глаза и расслабься. Позволь себе расслабиться максимально полно. Почувствуй свое тело. И теперь расслабь мышцы твоих глаз до того состояния, при котором они просто не будут работать. Затем, когда убедишься, что глазные мышцы не будут работать, проверь их, чтобы убедиться, что они не будут работать. Проверь, как следует. То есть ты расслабляешь глаза до такой степени, что они не будут работать. И когда ты поймешь, что ты их расслабил до той степени, что не будут работать, убедись, что они не будут работать. Проверь как следует, и как только проверишь, погрузись еще глубже. Погрузись еще глубже. Теперь перенеси это чувство расслабления с глаз на макушку головы и погрузись еще глубже. Направь это чувство расслабления с макушкой головы вниз по всему телу, вглубь. Усиливай расслабление в два раза. В два раза усиливай расслабление. Погружаясь глубже, дальше. Более полное, расслабленное состояние. И чем дальше ты погружаешься, тем сильнее глаза восстанавливаются. Чем дальше ты погружаешься, тем сильнее глаза восстанавливаются. Зрение ярко и четко. И мы продолжаем погружаться. Ты слушаешь мой голос. Продолжаешь погружаться. И ты чувствуешь, как тело расслабляется. Как будто ты лег в приятную теплую ванну. И твои мышцы, руки, ноги, все тело как будто в невесомости. Приятная теплая вода, приятная теплая ванна, ты в безопасности, ты как будто в невесомости. Твое тело расслаблено, и ты погружаешься еще в два раза глубже, дальше, еще более приятное расслабленное состояние. Очень хорошо. Продолжаешь туда погружаться. И тебя утягивает вниз, вниз, вниз. Да, в это приятное расслабленное состояние. Позволяешь себе все отпустить, отпускаешь все, все заботы, тревоги, все мысли. И если ты услышишь какой-то звук, то этот звук у тебя будет утягивать дальше, вглубь, внутрь, еще более сильно расслаблять, еще более приятное состояние. Продолжаешь погружаться, расслабляясь еще сильнее, продолжаешь погружаться.
И теперь мы погружаемся еще дальше. Ну, ведь всегда можно погрузиться еще дальше, еще глубже, и это сделать легко. И чем дальше ты будешь погружаться, тем быстрее будет восстанавливаться твое зрение, силы. Продолжаешь погружаться, и тем быстрее у тебя восстанавливается зрение, силы. И теперь ты представляешь лестницу, ведущую вниз. Ты следуешь за моим голосом. Мой голос ведет тебя вниз, внутрь, вглубь. Чувствуешь себя в безопасности, легко и комфортно. Следуешь за моим голосом, и ты представляешь лестницу. И на каждой ступеньке написаны цифры. И когда ты будешь чуть позже идти вниз по этим ступенькам, ты будешь погружаться в два раза глубже, в два раза полное приятное состояние. Будешь чувствовать, замечать, как ты расслабляешься в два раза сильнее. И теперь наступаем на первую ступеньку с цифры 1. И ты замечаешь, как расслабляешься в два раза сильнее. Твое лицо расслабляется в два раза сильнее. Твои веки расслабляются в два раза сильнее. И все твое тело расслабляется в два раза сильнее. Заметь, как это происходит. Обрати внимание. Продолжаешь погружаться в это приятное расслабленное состояние. И чем глубже ты погружаешься, и чем дольше ты в этом состоянии находишься, твой взгляд становится ярким, четким. Картинка становится яркой, четкой. И продолжаешь погружаться все ниже и ниже. Глаза отдыхают. Каждая секунда времени, проведенная в этом приятном расслабленном состоянии, восстанавливает твои глаза, как будто ты провел месяц на отдыхе. Продолжаешь погружаться, а тем временем мы погружаемся дальше, глубже, вниз, внутрь. И ты наступаешь на ступеньку с цифрой 2 и уходишь еще глубже. Чувствуешь, замечаешь вот эту волну приятного теплого расслабления, позволяешь ей прокатиться по всему телу, позволяешь расслабить свое тело два раза. Чувствуешь, как глаза расслабляются. И в какой-то момент ты можешь почувствовать, что твои глаза стали чуть теплее. Как будто к ним прилила кровь с энергией. И эта энергия приносит приятное чувство расслабления, оживления. А также уносит напряжение. И мы продолжаем спускаться вниз, внутрь, вглубь. И сейчас мы спускаемся еще ниже. Мы наступаем на ступеньку с цифрой 3. И тебя утягивает еще ниже, еще глубже, еще дальше. Приятное, теплое, хорошее, комфортное состояние. Ты знаешь, что ты находишься в безопасности. Тем временем, пока ты расслабляешься, заметь, как хорошо твоим глазам. Как хорошо твоим глазам. И как быстро они восстанавливаются. Ты просто можешь заметить, что глаза потеплеют. Вокруг глаз стало теплее. Да, заметь. Мы продолжаем спускаться. Тем временем зрение, яркость, четкость картинки восстанавливаются. Процессы заживление, восстановление в глазах усиливаются, ускоряются в 10 раз. Но ведь ты знаешь, что твой организм обладает большим потенциалом. И еще даже большим, чем мы сейчас от него просим. Он может восстанавливаться в 10, сотни раз быстрее. И мы продолжаем спускаться. И спускаемся еще ниже, на ступеньку с цифрой 4. Чувствуешь, как твое тело обволакивает приятная теплая волна и утягивает тебя вниз, внутрь. Туда, где тепло, хорошо, комфорт. Позволяешь себе расслабиться. Просто отпускаешь и позволяешь себе расслабиться. Еще ниже, еще дальше. А тем временем твои глаза, как у младенца, которому может быть несколько месяцев или год, видит так четко, так ярко,
как никогда до этого. Твои глаза в данный момент видят так четко и так ярко, как никогда до этого. И так как у тебя глаза сейчас закрыты, пока видишь только черную картинку, но когда ты откроешь, ты знаешь, что ты будешь видеть ярче и четче. Как тогда в маленьком возрасте, когда ты научился хорошо и четко различать предметы, и твое зрение стало максимальным, так и сейчас, когда ты откроешь глаза и выйдешь из этого приятного, расслабленного состояния, ты будешь видеть так же четко, как и там давно, когда ты был маленьким. И мы продолжаем погружаться вниз, внутрь, вот, тем временем, пока глаза набираются еще больше сил и энергии. И мы наступаем на ступеньку с цифрой 4. И ты чувствуешь, как тебе еще приятнее, еще комфортнее, еще более расслабленно. Очень хорошо. И теперь еще раз обрати внимание на свои глаза, на свои веки. На это приятное тепло вокруг глаз. Да, позволь этому приятному теплу возникнуть и разливаться по всем глазам. Это приятное, обволакивающее, теплое ощущение. Кровь приливает к глазам, принося тепло, принося витамины, снимая напряжение, усталость, унося напряжение, усталость далеко-далеко. И тем временем глаза восстанавливаются, усиливаются. И ты знаешь, что в этом состоянии все твои процессы восстановления работают в десятки раз быстрее. И глаза твои в десятки раз быстрее восстанавливаются. Продолжаешь находиться в этом приятном, расслабленном состоянии. А мы погружаемся еще глубже. И ты подходишь к лифту. Это большой, комфортный, светлый лифт. Это безопасный лифт. И в этом лифте есть только одна кнопка с цифрой 0. И мы сейчас заходим в этот лифт. И когда ты нажмешь на цифру 0, лифт поедет вниз, а ты расслабишься так сильно и так полно, как никогда до этого. Тебе будет приятно, легко и комфортно. Лифт будет погружаться вниз, вниз, вниз. А твое тело будет расслабляться так сильно и так полно, как никогда до этого. И также твои мысли будут расслабляться так сильно и так полно, как никогда до этого. А глаза при этом будут восстанавливаться так быстро, как никогда до этого. К ним будет приходить здоровье, сил. Ведь ты знаешь, что у твоего организма есть на это возможность и ресурс. И твой организм сам найдет ресурс и силы, как это сделать наилучшим для тебя способом. И глаза тем временем становятся более ясными, яркими, чистыми. Как чистое небо, на котором нет ни одной тучки, так и твои глаза становятся яркими, чистыми, светлыми. А мы продолжаем погружаться. Зашел в этот лифт, ты сейчас в лифте. Ты нажимаешь на кнопку с цифрой 0. Мы движемся вниз. Сейчас в лифте. Чувствуешь, как тебя утягивает еще дальше, еще глубже, еще более приятное состояние. Позволь этому состоянию у тебя возникнуть. Позволь себе почувствовать его. Да, ты можешь сейчас убедиться, почувствовать, да, осознать, что с тобой происходит, что ты еще сильнее расслабляешься. И также ты сейчас замечаешь, что твои глаза наполняются энергией, позволяешь разлиться по глазам теплу. Тем временем мозговые центры, отвечающие за физическую работу глаз, также восстанавливаются. И также мозговые центры, отвечающие за распознавание образов, усиливаются, восстанавливаются, отдыхают. Да, продолжаешь расслабляться, глаза восстанавливаются, продолжаешь опускаться. Мы едем в лифте вниз, вниз, вниз,
И сейчас мы достигаем этажа с цифрой 0. Ты настолько сильно расслаблен, настолько полна, что ты чувствуешь, что ты полностью не управляешь своим телом. Ноль усилий управления своими мышцами. Ноль усилий управления своим телом. Ноль усилий управления своими глазами. Продолжаешь погружаться. Дальше. Глубже. И еще приятнее. И еще комфортнее. Ноль усилий. Ноль. Продолжаешь погружаться. И до окончания сеанса, слушая мой голос, ты будешь погружаться еще дальше, еще глубже, еще более расслабленное и приятное состояние. А сейчас представь какую-нибудь ситуацию, когда ты, это может быть какой-то возраст, какая-то ситуация, когда ты четко и ясно видел. Ты мог различать предметы так далеко, как это возможно. Ты тогда видел максимально четко. Вспомни эту ситуацию. Где ты тогда находился? Что видел? Это могло быть, когда ты был маленький. Может быть, тебе было несколько лет, и это был пляж, и ты видел людей на другом берегу реки, ярко и четко. Ты мог различать их лица, ты мог различить номера машин или еще что-то. Ты видел все ярко и четко, или это была какая-то другая ситуация. И сейчас ты представляешь, и ты в этой ситуации смотришь своими глазами ярко и четко. Ты сейчас в этой ситуации. Сейчас, с этого момента, твои глаза становятся такими же, как были тогда. Такими же ясными. Такими же сильными. Картинка становится такой же четкой, как тогда. Ведь ты знаешь, что у тебя есть на это возможность. Твой организм может дать тебе такую картинку, потому что ты ее уже видел. Потому что у тебя уже был такой опыт. Так же, как и с речью. Когда-то давно ты говорил плохо, медленно, с ошибками, не выговаривая некоторые буквы и забывая некоторые слова. Но впоследствии ты научился так хорошо говорить, как никогда до этого. И так же и со зрением. Ты можешь научиться так хорошо видеть, как никогда до этого. И ты можешь вспомнить это состояние и воспроизвести его в любой момент времени, когда ты захочешь. Ведь ты знаешь, что после этого сеанса твои глаза будут полностью отдохнувшие, полностью расслаблены. Они будут напитаны витаминами, энергией. И твои глаза будут хорошо видеть, так же, как и тогда. Той ситуацию, которую ты себе представил. Когда ты был маленьким, или чуть повзрослее, или совсем младенцем, и все отлично и хорошо видел, так и сейчас твои глаза видят так же хорошо, или даже лучше, чем тогда. Продолжаем находиться в этом приятном, расслабленном состоянии, слушаешь мой голос, глаза восстанавливаются, зрение яркое и четкое. Каждая секунда, проведенная в этом состоянии, положительно влияет на твои глаза, зрение усиливается, становится ярче, четче. Глаза твои, когда ты их откроешь, будут открытыми, свободными, отдохнувшими, более яркие и чистые. Ты сможешь спокойно работать, видеть предметы, которые раньше для тебя оказались размытыми. Сейчас ты их будешь видеть четко и ярко. И сейчас представь, что ты снова здесь, в этом 2017 или какой сейчас год. Представь, что ты здесь. И представь, что ты рассматриваешь что-то. Ну, к примеру, ты на улице, и ты рассматриваешь какой-то дальний объект. Может быть, птичка, которая села на крышу здания. Ну, ты смотришь сейчас своими глазами. И ты видишь все четко и ярко. Ты видишь эту птичку. Ты видишь, как
Какие у нее ножки, какой у нее клюв, глазки, четко и ярко, как будто птичка совсем близко. И это состояние будет с тобой всегда. Ведь тогда, когда ты уснешь, твои глаза во сне восстановятся полностью, целиком и полностью. Они будут с утра отдохнувшими, снова полные сил, смогут все видеть четко и ярко. И мы сейчас продолжаем оставаться в этом расслабленном состоянии. И я попрошу твое подсознание найти пути, как сделать так, чтобы твое зрение становилось лучше, ярче, четче. Ты мог читать текст, не напрягаясь. Ты мог видеть лица, даже когда человек далеко. И с данного момента, с данной секунды, твое зрение яркое и четкое. И ярче, и четче, чем до этого. И когда ты выйдешь из этого расслабленного состояния и откроешь глаза, ты заметишь, как хорошо ты видишь. И как расслаблены твои глаза, и как им комфортно. И сейчас мы начинаем выходить из этого расслабленного, приятного состояния. Я досчитаю до 5. Все изменения, которые мы провели, останутся с тобой. Я досчитаю до 5, ты откроешь глаза, все изменения, которые мы провели, останутся с тобой. А ты будешь себя чувствовать легко, комфортно, зрение будет ярким, четким, глаза будут расслаблены. И будешь чувствовать приятное тепло вокруг глаз. И можешь почувствовать приятное тепло в теле. Сейчас, считая до 5, ты открываешь глаза, все четко и ярко видишь. И находишься в приятном, хорошем расположении. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Открываешь глаза.